Поручил разобраться. Сегодня в Сочи Рустам Минниханов доложил Дмитрию Медведеву о ситуации с низкими закупочными ценами на молоко. Наша республика производит много молока. Падение цены на 5-8 рублей создает проблему сельчанам. Без вашего вмешательства эта тема не решится, сказал президент. Премьер-министр поручил разобраться в проблеме. В России ужесточили правила техосмотра. Изменения закреплены постановлением Дмитрия Медведева. Так, теперь техосмотр не пройдут автомобили с зимней резины только на двух колесах, а также тюнинговые или переделанные машины. Половина задержанных за хищение на почте России оказались ранее судимыми. Продолжается расследование преступной схемы в Казанском логистическом центре. Напомним, сотрудники вскрывали посылки с дорогостоящей техникой и перепродавали содержимое.